Касательно национальной политики языковой, то, что господин Эрли говорил. В 2003 году была принята концепция национальной политики. И там достаточно были неплохие прописанные положения, и они применялись успешно. И при всем критике партии коммуниста за 8 лет компании власти известно, что межнациональная установка была в целом спокойной в этот период. Что касается законов региональных языков, господин Тулка об этом четко сказал. Поэтому здесь вряд ли можно бросить серьезный камень в нашу сторону. Что касается, вот тут я не могу не сказать, относительно безопасности Молдовы, конечно, она под угрозой, это очень серьезная проблема. Здесь, безусловно, выиграли бы сильно, если бы урегулировали конфликт раньше, если бы его не было сейчас, а какое было возможно за эти 20 лет переговоров. Вот. Но, может быть, следует подумать, что я понимаю, о чем говорил господин Чеботаров, намек на то, что нам будут цели безопасности, может быть, как-нибудь НАТО нам обеспечит эту безопасность. Но я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что, по целому ряду причин не буду развертывать. Может быть, как раз в этих условиях следует подумать наоборот, о укреплении нашего нейтрального статуса. Потому что худо-бедно, но страны с нейтральным статусом все-таки следует безопасность обеспечивать. И этому есть масса примеров в нашей истории. Спасибо.